Здравствуйте, уважаемые женщины. Вообще этот ролик сегодняшний, я хочу, чтобы только женщины смотрели. Сейчас объясню, почему. Каким-то образом, это долгая история, у меня есть постпроект, ну, в общем, мне попались вот такие трусы. Видите? Ну, я думаю, это у каждого. В общем, такие трусы, ну, трусы я их называю. Я вообще-то раньше, я помню, панталоны называли еще в моей молодости, знаете, 70-го года. Такие в моей свекрови, у моей мамы я видела, у бабушек, то тем более. Я так на них все смотрела, на эти, у меня еще вот так, прям вот такие есть, вот эти вот такие, потеплее есть, вот такие есть. Ну, больше всего мне вот эти понравились. В общем, я как-то недавно, они мне попались, подруги, я так посмотрела. Боже мой, какие они хорошие, какие они, такая хбшечка такая, вот, мне кажется, в них вот эта наша часть прямо отдыхала бы. Я так подумала, а уже, знаете, как-то с возрастом все больше хочется, это, наверное, старею, я не знаю, все больше хочется такого комфорта, комфортных таких трусиков. Я про стринги я не ношу, это вообще такая, не нравится мне это. А выбираешь уже более качественные, уже хбшные, с хорошим содержанием, с большим содержанием хлопка. Я так подумала, я их одела. Вы знаете, они так хорошо сели, и так в них приятно. Я как-то, когда они мне попались, я бы даже не думала их одевать. Я понесла вот все вот это к маме. Ну, к маму для тебя там. Она говорит, ты что, у меня знаешь, сколько их? Еще тебе останется после моей смерти. Я говорю, как, ну, а зачем они мне? Она говорит, ты что, одевай. Я говорю, да я не буду их одевать, у меня полно, ну, обычно такие шортиками разные. Стараешься красивые же одеть, то все. А потом я так подумала. Я принесла их обратно, короче. Мама меня повела в свою комнату, в спальню, открыла шифонер. Я говорю, посмотри, сколько у меня. Я так поняла, что да, много у нее, куда мне. Я так подумала, я их одела. Вы себе представить не можете, как в них приятно, комфортно, тепло. И то, я так решила, что я буду... То, те моменты, когда я иду на улицу, по ту одежду, которую это допустимо одеть, ну, возможно... Не говорю, облегающий лосин, да. То я буду, ну, главное, чтобы муж не видел. Я бы не хотела, чтобы... И то, я думаю, если вот так муж увидит, он подумает, что это шортики. Он не подумает, что это трусы, панталоны. Да, он подумает, шортики. Ну, разная сейчас одежда продается. Так что, дорогие женщины, может быть, вот если я кого-то надоумлю, то вот так покупайте, вот такие они. Покупайте их. Но они мне случайно попались. Мне так получилось, так что они мне попались. Панталоны же ночью написано. Вот. Берите и одевайте их. Во-первых, тепло, во-первых, комфортно. Если сейчас отключат отопление вообще будет. Как я их поздно нашла, они после зимы просто ко мне попали. Можно было и зимой одевать. И вообще можно как шортики, мне кажется. Дома как шортики одевать, если уже на то пошло. Не знаю, я их буду одевать. Вот. Мне вот 48 лет, я думаю, многие моего возраста женщины, они помнят, что у мамы и бабушек такие были, сами, может быть, не одевают. Начинайте, возвращайтесь. Буду одевать, короче, и вам советую, если вдруг и попадутся они. Прелесть, прелесть просто, прелесть. Ну, такое, не знаю, по цвету хорошая. Все, всего хорошего, до свидания.